Мы живем в глубокую полночь. Тьма сгустилась, и мы так устали. Но Господь говорит нам: полно, скоро близок конец печалям. Посмотрите на все знамения, на все в мире происходящее. Мы достигли последнего времени. Укрепите колени дрожащие. Раньше люди такого и не слышали, что мы видим теперь воочию. Исполняется откровение, исполняются все пророчества. Сколько в мире различных бедствий происходит в последние годы, после них столько страшных последствий. Плачут, метутся, стонут люди. Ну а мы не должны бояться, видя бедствия и катастрофы. Пусть сердца больше к небу стремятся, а глаза пусть глядят на Голгофу, где Господь совершил искупление, и Своею пречистою кровью Он омыл наши все преступления и покрыл их святою любовью. Он ведет нас в обитель рая, даст нам то, чего глаз не видел, чего ухом мы не слыхали, приготовлено в той отчизне. Вот жених идет, приготовься! Слышишь, крик раздается средь ночи. Приближается избавление, приближается день Господен, и узрят его все поколения, и узрят его все народы. Если ждал ты Христа постоянно, день тот будет тебе отрадным. Прекратятся земные страдания, и введет он в покой благодатный. Ну а если ты мысль о пришествии суетой земной заглушаешь, утопаешь в делах бесчестия и о горнем не помышляешь, вспомни, друг, что суды приближаются, с чем предстанешь пред Богом вечности. И серьезно подумай, что скажешь в оправдание своей беспечности. Пробудись от греховной спячки и Христа приготовься встречать, чтоб у двери чертога брачного не пришлось бесполезно стучать. Аминь.